Здравствуйте, с вами Анна, администратор сайта Винтерфору. Сегодня продолжу рассказывать про жених для сидящих работников. Пойдем живота на четвереньках. Эта позиция добавлена специально для домашних хозяйки к ранее освоенным упражнениям «Пойдем живота». Она особенно полезна после рождения ребенка, так как помогает внутренним органам принять их прежнее положение. Встать на четвереньки, как показано рисунки, колени сдвинуты, руки параллельно одна другой. Теперь выполняй движение освоенного ранее упражнений «Подъем живота». Это трудно показать на рисунке, но живот действительно втягивается и образующая впадина точно такая, как на рисунке 154, 215 и 216. Выполни только столько подъем, сколько можно при выдохе. Затем пересесть на пятки, отдохнуть пару секунд. Снова встать на четвереньки, повторить упражнение. Выполните упражнение 3-5 раз, стараясь сделать примерно 10 подъемов за один вдох. Вот перед вами рисунок 155. Здесь показано, как втягивается живот при подъеме живота. И далее рисунки 215 и 216 перед вами. Здесь показано, как втягивается живот. С вами была Анна, администратор сайта Винтерфору. До свидания, до новых встреч!